Сегодня 1 июля, пришел в магазин проконтролировать процесс сборки аккумулятора. Это Ninebot M95C. Завтра придут клиентские аксессуары и завтра буду уже отправлять клиенту в Россию. Официальный магазин Ninebot. Это новая модель, вышла 27 июня. Ninebot C85C. Есть двух версий, есть еще 80C. Эта версия мощней, разница в мотор-колесе, здесь 1200 Вт, 80C 800 Вт. Также разница в батарее, здесь 72 Вольт, 22 Ампер-часов, в младшей версии 60 Вольт, 22 Ампер-часов. Вот такие вот переключатели на руле, поворотники, звуковой сигнал, круиз-контроль. Это я не знаю, меню, свет. Вот такой новый дисплей. С правой стороны переключение режимов. Это свет, потом аварийка и старт-стоп. Вот такое вот прикольное переднее колесо, полностью заполненное. Затем прозрачный пластик и светящийся логотип. Вот моя рука. Оптика тоже прикольная. Здесь поворотники, вот это ДХО и свет. Батареи находятся под ногами, они тоже несъемные. Здесь погнушки для второго пассажира. Надо слегка нажимать. И мотор-колесо тоже вот такое вот прикольное. Задница интересной формы такой. Выпуклай, поворотники находятся внизу, и в Китае номерной знак устанавливается вот тут снизу. Тормоза дисковые спереди, сзади тоже. Под сиденьем находится тоже датчик сидения. Вместительный багажник, где поместится мотоциклетный шлем.